Знакомьтесь, Михалыч. Ему 10-й год, для собаки это возраст. Время, когда хочется найти себе место в уютном укромном уголке, чтобы достойно встретить старость. Недавно Михалычу посчастливилось перебраться из муниципального приюта в частную передержку. В приюте пса здорово потрепали собаки, рассказывают волонтеры. Ноги отнимались, совсем ходить не мог. Привезли сюда, стали выхаживать, пошел на поправку. Недавно снова встал на 4 лапы. Вот только рядом с другими собаками Михалычу некомфортно. Не любит соперничество. Вот, поэтому ему нужно, чтобы он был единственный, чтобы его там любили, оберегали. Ну, даже к бабушке, может, какой-нибудь, чтобы вот она прям в нем любит, души не чаяла. Но вот, например, он ходит только на улицу, в туалет, он не ходит дома, вообще никак. Он терпит до последнего. Помогите найти Михалычу хозяина, просят волонтеры. Будут благодарны и за помощь в сборе средств на лечение и кормление собаки. Контактный телефон 8 950 440 58 11.